Как родилась идея создавать фигуры? Так, спонтанно посадили, там еще жили, в другом месте, посадили цветы. А потом жена говорит, ну давай что-нибудь придумаем. Медведя сделали, поставили. О, люди стали обращать внимание. Думаю, ради бога, это символ наш. Вот. Все, и потом бабьягу там вот, домик вот это вот все сделали. Ну и так вот, и пошло.